Is everything all right? Yeah, you can come up. Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah, the place is beautiful. Still, we can't forget what we came here for in the first place. All right, let's focus on the goal. Come on! Всем здарова, друзья, с вами, как всегда, Спикер, и продолжается Зеленый Ад. 100 дней выживания при максимальной сложности без смерти. Ух, друзья, написали комментарии. Вы пишете «Выживай в джунглях», ты пишешь «Выживай в райском месте, нет туземцев, нет пауков». И, друзья, я пришел к выходу. Мы оставшиеся дни будем выживать именно вот тут. А что здесь есть хорошее? Там у нас есть мясо, там есть леопарды, здесь есть туземцы, там пауки и бананы, понимаешь, это реально обалденное место. И, кстати, здесь же есть взять глину, ты понимаешь, здесь много деревьев. Здесь хватает дерева, чтобы построить дом, здесь хватает пальмы, чтобы сделать себе спальник, здесь хватает... Здесь не хватает бамбука, смотри-ка, здесь реально... Здесь всего хватает вдоволь, но не хватает бамбука. И, друзья, мы начинаем здесь строить что-то. Но сперва я хочу поспать, потому что я очень сильно устал. Я хочу поспать, набраться сил. И утром мы начинаем здесь обустраивать кузнечное дело. Мы начинаем все помаленьку делать. А давай-ка спать до утра, сколько мы выспимся. Бери вкусняшки, бери попкорн, наше выживание продолжается. Спасибо за комментарии, за лайкосики, мне реально приятно. Мы просыпаемся. И что, друзья? Мне пришла идейка. Позавтракать знаешь чем? Вот знаешь реально, чем позавтракать? Да-да, ты не ошибся. Личинками! А здравомыслие протеина 8! Смотри-ка, здравомыслие падает. Кстати, а если съесть кусок мяса человеческого, вот у нас человеческое мясо, то здравомыслие упадет еще ниже. Ты понимаешь, 85-й день выживания, я хочу реально здравомыслие потерять, чтобы потерять полный рассудок. Тебе интересна эта тема? Ставь лайкосик, потому что мы начинаем. Что у меня по еде? Что у меня? Ой, я пить хочу. Ну... Воды не проблема, если знаешь, сделать уже большой фильтр для воды, это не будет проблема. Но у нас пока есть кокосики. Ух, мясо испортилось. Но не беда. А добыть личинки, я буду питаться личинками. Я уже понял, видишь, отравления нет личинок, но протеин плюс, здравомыслие минус. А мне насрать. Я готов, знаешь, есть все, все готов съесть. А тут выпить воду, воду нужно добыть. Здесь, возможно, будут туземцы, что я и жду от этой игры, чтобы, знаешь, было много трэша, много, хотел сказать, перестрелок. Ну, хотя да, знаешь, перестрелки бывают из стрел. Ну, пойдем сбегаем за мяском. Сейчас мы сделаем вторую сушилку рядышком с этой сушильней. И, конечно же... О, кстати, кокосик. Он как раз уже появился. Второй кокосик. Растение какое-то, неизвестная трава. А мы скушаем. Мне плевать. Ой, пищевое отравление минус. Ну, хорошо, я, в принципе, не голодный. Пищевое отравление пускай будет. У нас 85-й день выживания. 8 минут я уже рыгал. Пойдем мясо сбегаем за мясом.
Сейчас мы сделаем для глины. Смотри, тут есть речка, здесь есть много деревьев. Видишь, толстые деревья. Вон там еще больше деревьев. Реально прикольно, есть чем поживиться. Здесь у нас всегда много дичи. Здесь леопарды бывают. Смотри, как, смотри, сколько дичи. Смотри, хедшот сразу в затылок ему. Куда бежишь, кабанчик? Все, он сдох. Ты смотри, сколько здесь дичи. Обалдеть, есть шишки, есть чем поживиться. Наш... Пикарчик сдох. Ну, какой жирный кот. Кот полетел-то. Пикарчик наш сдох. А давай-ка его раздеваем. Пищевое отравление маленько потерпим. Потом мы накушаемся вдоволь. Продолжаем выживать. Не забудь бабушки на пирожки. Так, возьмем. Пошел дождь, кстати. Это реально круто. Мяса здесь всегда много. Смотри, еще один трясется. Прикольно. Такие забавные пикарушки. Пойдем-ка сделаем сушилку сейчас, пока мы кушать не будем. Мы ждем туземцев, мы ждем дикарей, чтобы с ними сразиться, конечно же. У нас есть сушилка для мяса. Ну, тут у нас человеческое мясо. Я обязательно это мясо съем. Ну, попробуем хотя бы съесть. Что и как это дело пойдет, мы, конечно... О, чистая вода. Ой, погоди, зря я сделал это. Я забыл. Я болею. Так, давай-ка мы поставим, чтобы пускай обрыгается. Обрыгайся. Давай поставим, что я хочу поставить здесь. Так, мне нужна книжка. Мне нужна сперва коптильня, ну то есть сушильня. Так, кстати, можно сборщик для воды сделать, но у меня нет большой кастрюльки. А возможно есть, я даже нужно глянуть. Во, глиняный фильтр для воды именно вот тут мы сейчас его поставим. Рядышком где-то вот тут там. О, мешается, как раз мы это дело уберем. Неизвестный повод. О, можно съесть, кстати, можно оставить это дерево. Но она много мест занимает. Видишь, много мест занимает, то есть я заберу этот плодик, потом я его съем. А, места не хватает. О, туземец! Смотри, туземец! Лук, стрелы, смотри, хедшот сейчас будет. Туземцы пришли, да-да-да, ты смотри, туземцы пришли, на тебе. Ну давай, один на один, кто кого, держи, наперед стрелял. В догонку за ним, в догонку. Я да за туземцем, держи вторую стрелу. Ну как тебе, чувствуется, а? На тебе. Три стрелы, ты смотри, как сдох. Как профессионально я его расстрелял, слушай, ну в грудную клетку. Ну, куда еще попал? И в сердце попал. В легкое попал. Обалденно, смотри, появилось мясо. Кстати, я буду кушать сейчас. Я как раз уже съем. Смотри, начинается настоящее суровое выживание в зеленом аду. Так, кости, короткие палки, туземный лук. Кстати, сколько у меня всего тут? 29. Я его заберу вот так. Так, все, бежим домой. Мне нужно все дело скинуть, потому что я бегать не могу. У меня новый дом. У меня потрясающе новое место. Понимаешь, я готов отбивать туземцев от этого места. То есть я готов сражаться. Прекрасный день, я еще ни черта не ел. Я очень голодный. О, я хочу мясо, есть у меня мясо? Мясо есть, но нужно готовить. Так, давай шишку скушаем. Воды нету, я хочу банан, я хочу это. Я все хочу. Гусеницу, кстати. Здравомыслие минус 5, но протеинчик зато плюс. Смотри, реально круто. Я реально становлюсь дикарем. Слушай, я дикарь. Так, воду. Выкидываем все здесь сейчас. Мне нужно сделать срочно. Там мясо бегает. Срочно нужно делать такую сушилку, еще одну. Туземец пришел, это радует. Реально радует. Так, выкидываем. Что мы выкидываем? Так, тут добыть, там будут личинки, я их скушаю потом. Кто там бегает? Смотри, за амбаром кто-то там ходил, кстати, да? Нет, показалось. Чья-то тень была. Лягушки, кстати. А можно съесть... сырых лягушек. Ну-ка, лягушка, погоди, остановись на месте. О, промахнулся, жалко. Я хочу попасть в лягушку. Я хочу ее пробовать съесть. Ах, промахнулся снова, я за лягушкой. Ах, чертова лягушки. Ну и обязательно поймай и попробуй сырую съесть. Понимаешь, я уже очень сильно рискую, но я готов рисковать, я рискованный парень. Так, это дело выкидываем. Так, что у нас здесь? Камень выкидываем. Перьев, камни все выкидываем. Много килограмм мы освободили. А мясо сейчас мы выкинем где-то тут, а пускай пока здесь валяются эти куски мяса, потому что их реально много. Мы отдельно кинем, видишь, сырое мясо. Это кто? Это пикарюшка. А сюда его. Три куска здесь добыть. Сейчас нужно покушать. Я хочу мясо съесть! Мне нужно сделать костер. Слушай, можно, в принципе, сделать костер без проблем. Вот здесь у нас большой костер.
можно сейчас его сделать. Давай-ка делаем костерчик, потому что уже день начался, а у меня еще конь не валялся здесь. Так, вот, можно сюда впендюрить и делаем. А, пойдем за дровами, здорово, смотри-ка. Длинные палки пригодятся, я их скидаю сюда в одно место. Будем сейчас строить, бревна тоже пригодятся. Кстати, я хотел сделать по порядку, понимаешь, нужно воду. Фильтр для воды, и это дело нужно отсюда убрать. Топорик у меня есть, это здорово. Сейчас топориком все это дело почистим, уберем листву. Она исчезнет, да, сама по себе? А, кустик еще мешает, тоже смотри. О, что? Топорика нет. Ничего страшного, мы сделаем сейчас новый топорик. Погоди, как короткие палки. Я хотел впендюрить сюда, а наш сборник для воды мешает, смотри, мешается еще. Ну так, можно? А, нужен только топор, да, я понял. Пойдем за палочкой, мне нужно палку взять. Бревна есть, здорово. Два бревна валяются. Пойдем бегаем, полностью накидаем. Ой, мясо ты сколько. Обалдень, там у нас леопарды будут. Обязательно. Попугай тут есть, смотри как дергается. А, слушай, а как я смогу что-то нарубить? Мне нужна просто короткая палка. Слушай, мне нужна короткая, нет. Такая палка средняя нужна. Средняя палочка, средняя палка. А когда нужно, их нету. Нет, это короткая. Мне нужно чуть крупнее палочку. Шишки нужны. О, нашел палочку. Пойдем делать топорик и дальше очищать место. Обалденно. Продолжаем выживать. У нас пиявка появилась. Давненько не было, кстати, пиявок. Сразу пару штучек. Так, все, чудесно. Нужно проверять обязательно броник. Мясо 50% приготовилось. Туземцев пока что я не вижу. Ну, хорошо. Ух. На тебе хэдшот! Хороший бросок. Как мой друг. Ставь лайкосик, если считаешь хороший бросок. Давай-ка мясо. Я хочу побольше мяса. Я реально здесь обжрусь этого мяса. Тут можно, знаешь, прокормить, наверное, 10 мужиков. Но я буду за 10 есть. Так, мясо мы добыли. Мясо мы сюда сейчас кинем. Нужно сделать срочную сушилку. О, сколько здесь всего у нас. А, вот здесь куски мяса. Правда, жалко испортится. 19 часов. Нужно срочно это мясо положить на сушилку. Так, все, делаем топорик. Прям бегом. Мне нужны кости, кстати. Кости. А, вот наши косточки. Кстати, можно чего-то добыть из костей. А, у нас кости здесь были. А чего можно добыть из них? Погоди, я потом гляну чуть позже. Так, веревка есть, веревка, палка и готово. Костяной топорик. Сколько процентов уже у нас будет? Сейчас мы глянем. А, уже 63%. Кстати, можно чего-то добыть? А чего добыть? Погоди, а чего добыть-то? А, каменная игла, пардон, я забыл. Я уже дикарем становлюсь, я уже забыл, чего можно добыть. Так, ну что, дело, это мы сейчас уберем и поставим, наконец, здесь уже... сколько тут места появилось. Ты посмотри, реально круто. Места много появилось, а вот что-то мешает, видишь, что-то мешает еще. О, все, исчезло, наконец. Дождик идет, здорово, это потрясно. Сейчас мы сделаем здесь для воды, мы сделаем вот так, наверное, повернем для воды. Вот так и впендюрим как-то... Как-то вот так. Ну, поближе, чтобы не мешалось. О, все, круто, поставили. Обязательно для глины сейчас нужно поставить. Так, душ мы делать не будем. Мне нужно для глины. Где находится для глины? Ловушки можно сделать, кстати. Реально можно сделать ловушки. Так, это для туземцев. Против туземцев нет, не тут. Вот тут находится. О, для глины. Здесь нужны бревна, кстати. Реально нужны много бревен. Поближе к сюда, вот так впендюрим, палки. Все, начинаем делать. Бревна нужны, палки нужны, мясо... Ой, нет, погоди, сушилку нужно еще поставить. Сколько дел? Новая база, нужно обживаться. Вот так... Знаешь, прекрасная погодка, чтобы, знаешь, выбежали туземцы. Я начал с ними... Ой, леопард! А где? Я не вижу его. Спокойно. Он охраняет свою территорию, а я охраняю свою территорию. Где-то леопард, слушай. Я не вижу его. Кися. Слушай, за серию просто и туземцы, и леопарды прибегают ко мне. Где я? Я не вижу, в кустах, что ли? Где рычит эта киса? Кися.
Она пришла, походу, на мясо. Слушай, вот я трачу время. Мне нужно строить свой, срочно сушильник. Там шишки упали, да? Или как? Слушай, киса где-то рычит. Возможно, за амбаром застряла. Бывают такие киски, которые застревают между амбарами. Так, кису мы сейчас найдем, погоди. Держу блок. Так, в чем проблема? А, ты устал держать блок? Прости, мой друг. Я тебе маленько запряг, да? Слушай, пока киса рычит, я хочу попить воды, потому что у меня проблема с водой здесь. А, у меня 3 кастрюльки есть. Да, 3 кастрюльки туземные. О, нет, 4 кастрюльки. Чистая вода, еще чистая. Нет, зря я взял. А, пойдем рубить. Киса будет рычать, неизвестно сколько и где она будет находиться. И находится, я не знаю. Киса, киса, киса. Вон там киска, да? Вон там киска, нет? Она, походу, не может через речку пробежать, да? А, точно, смотри, киса. Там крабик еще есть. Киса, киса, киса. Держи хэдшот, киска. На тебе, в затылок. Давай еще одно копье. Давай стрелом из-за... Вот так, дикарь. Прям настоящий дикарь, слушай. Еще один хэдшот, там затылок есть. Слушай, какая жучая. Прям в задницу тебя. Все закончилось. Погоди, а где мое второе копье? Киса. На тебе, киса. На тебе, киса. Все, все спокойно, мой друг. Избили мы. Слушай, это реально красиво, да? Обалденно. Крабики, я хотел попробовать. На, копьем. О, промахнулся. Погоди, где, где мои стрелы? Стрел закончился. Я хочу съесть крабика. А сырого. Смотри, какой забавный, да? Сейчас я съем его. Я слишком много болтаю и мало чего делаю, да? Потому что я не успеваю все делать. Ну, у нас еще много времени для выживания. То есть я еще готов дальше выживать. Эти 100 дней мы проживем обязательно. У меня новый лагерь, у меня новые соседи появились. Это реально здорово. Так, что у нас там? Да много всего падает, энергии мало. Нужны и шишки, все падает, мне нужно сделать и костер, и сушилку. Мясо портится, сырое мясо есть не буду, конечно же. А, мясо долго готовится, очень долго. Давай, делай дальше сушилку, костер, мясо нужно готовить. А, сушилка, сушилка, а, бамбуковая коптильня. Нет, нужен костер, не то. О, сушилка большая. Палки, бревна, веревки, короткие палки. А, каменные иглы, 3 штуки. А, бамбуковая сушильня, нет, не то. А, давай делать вот такую, здесь же рядом мешается что-то, да, видишь, что-то мешается здесь. Во, мешается. Сейчас мы дело это уберем. Нужно сделать больше еще стрел. Потому что туземцы будут приходить стопудово и не по одному. И будет гораздо больше. И они будут на... все злее и злее. Потому что близится, да? Растение мешается еще. Все, она исчезла. Можно ставить смело. Ставим, ставим мы сушилку. Кстати, спальник у меня есть. Все чудесно. Вот здесь сушилка еще одна. Все, делаем длинный палок. 7 штук. У-у-у, ну давай. Как говорится, меньше болтать, больше делать. 7 палок длинных. Ну, пойдем рубить. Вот деревья. О, деревья. Бегать далеко не надо. Рубим только деревья. Пока никакую ботву не рубим. Потому что все, видишь, растения, все это дело пригодится мне обязательно в будущем. А вот бревна пригодятся тоже. Мне нужны длинные палки 7. Осталось 6. Так, одну я нашел. Всего лишь 1-2 бревна я нашел. А длинных палок почему-то гораздо меньше здесь. А вот есть длинная. Так, я уже как-то, знаешь, тяжело бегать, потому что, наверное, у меня много сухой травы вот этой. Здесь кокосовый, выкинуть его. Мясо у меня... А, мясо есть. Ягуара, да, мясо? Мяско здесь выбросим. Так, так, это мы дело скушаем. Банана тоже скушаю. Это съем. Личинки, я хочу их съесть. Мне пофиг на здравомыслие. Когда падает здравомыслие, ты узнаешь, что будет со мной. То есть с нашим персонажем. То есть... Наберись чаечком, наберись вкусняшек, и ты обязательно узнаешь, что со мной будет, когда... Не со мной, со мной уже случилось, я уже дикарь. А что будет с нашим главным персонажем, когда здравомыслие упадет полностью в минус? Эта иконка самая левая внизу, где нарисован человек и мозги. На 50% здравомыслие уже упало. Мне нужно еще 4 длинные палки. Вот здесь шишки бывают, кстати, очень частенько. Так, мне нужны короткие, мне нужно сделать и костер. Кстати, на костер приходят туземцы. Это здорово, да? Будем сражаться и ночью с ними. Так, бревна готовятся. Мне нужны длинные палки. А здесь только... Вон там дерево. О, дерево, дерево, толстое дерево. Рубим его. Деревья все мы срубаем здесь.
Так устал, что ли? Да, бегаем, рубим. Устал, темнеет уже. Падай в ту сторону, падай. Давай заберем сразу же. О, шишки упали, нет? Показалось. Так, сразу забираем бревна. И сразу мы сюда их накидаем. Смотри-ка. Одно, второе бревно. А нет, сперва палочки. Палочки повтыкать. А не хватает мне еще две палочки. Нужны и палки, нужны и длинные палки. Сейчас сперва нужно сделать сушилку, конечно же, чтобы мясо не терялось. Ну реально, мое мясо жалко. Хотя, знаешь, здесь много всякой дичи. Мяса здесь всегда будет много. Всего лишь одна длинная палка. Обалдеть. Обалдеть. Это очень мало. Потом нужно будут короткие. О, опять кокосы. О, опять шишки падают. Шишки, кокосы, все падает вниз. Мы только подбираем снизу. Так, кокосы были наверху, я видел. Нет, возможно, уже переспели. Так, пойдем дальше. Бегают. Смотрите, сколько мяса. Эй, мяса тут много. Забираем все здесь. А, забираем веревку, все дело пригодится обязательно. Друзья, напишите, какие ролики делать пузырьному аду. 40 минут, 1 час, 1,5 часа. А, пишите обязательно все. Я читаю, все рассмотрим, все подсмотрим. Так, нужны палки короткие. Дожди наступают, это здорово, понимаешь? Вода всегда будет, это здорово. Еще сделаю фильтр для воды, и будет вообще обалденно. Так, так, так. Длинных палок я снова не нашел. А, длинные палки. О, ну-ка пойдем на ту сторону. Смотри, сколько здесь всего. У-у-у, вот это да. Да, тут реально опасно выживать. Но мне нравится, когда, знаешь, реально чувствуется опасность. А не просто, знаешь, сидишь и куришь бамбук. Это вообще не то. Мне нужно мясо освободить. У меня уже слишком много забито всего. Это, погоди, это рыба, что ли? О, здесь рыбка есть. Здесь можно порыбачить. Слушай, здорово. 15 дней выживать, и я смогу здесь порыбачить. Так, мне осталось длинных палок. Две штучки всего лишь. Нужно поторопиться и успеть, пока я не устал. Так, давай это дерево рубить. Два. Все, реально есть рыбка. Это не пирань, кстати. Это не окунь. Это что-то другое. Я хочу эту рыбку поймать. Удочку я с собой не взял. Я ее выкинул, потому что я взял два копья. Лук. И топорик. Так, длинная палка. Еще две штуки нужно взять. Так, больше... О, есть, 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 есть. Бежим, бежим. Стемнело, кстати, стемнело. Я уже устал, я хочу есть, и воевать мне сложно сейчас. А сейчас нужна только веревка, палочки, палочки, палочки. А-а-а, короткая палка, одна штука. Не хватает, смотри-ка, не хватает. О, есть. Такая короткая или такая? Сейчас проверим. А, нужны иглы. Так, веревка. Еще веревка. Две штуки. Две штуки веревки. Стемнее. Сейчас поднимется ауна, и все будет видно. Так, палки нахватаем. А, веревки, веревки, веревки. О, две штучки, да, веревки. И можно кидать мясо, чтобы, знаешь, не испортилось это мясо. Потому что жалко, мяса много, пускай готовится. О-о-о-о-о-о, готово. Так, ну что, забираем мясо. Это мясо человеческое, фиг с ним. А вот это мясо хочу забрать и повесить туда. Смотри, я успел сделать. Прикольно. Я еще для глины делал, кстати. Так, ну все, много. О, поднимается луна. Красота, да. А, здесь не хватает крокодила, кстати, реально. Здесь есть ягуара, леопарда, здесь есть туземцы. Есть крабики, тоже прикольно. А, но не хватает крокодилов еще. Так, все мясо посушили. О, сколько здесь кусков мяса, обалдеть. Так, ну что у нас, шишки? Шишки съесть, тут добыть. Гусеницы будем есть. Так, ляжем спать, наверное, в 10 часов. Пить. Только мясо хочу, и все. Остальное все офигенно. Но мясо у нас будет обязательно. А мясо человеческое готовится. Здесь мясо наше испортится. О, ягуара еще есть миску. О, ягуара еще. Два куска мяса. Давай-ка сделаем костер. Костер. Нет, не хватает мне веток, я уже. Пойдем туда. Там я, по идее, рубил. Там есть мелкие палочки. Мы их заберем с собой. Так. Так, 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 готово. Заберем палочки, все здесь, что нарубили, заберем. И пойдем-ка делать костер. Можно его поддерживать. В принципе, дров здесь много, хватит дров. Костер всегда пригодится, он как и служит и к приманка, и как готовка мяса. Вообще будет офигенно. Если будет как приманка, то земцы будут бежать сюда на запашок, на вкусное мясо. Ну, конечно, будет пытаться меня убить и меня зажарить. Да-да. Ой, рыбка-то есть, слушай. А это какая-то декоративная рыбка. Аквариумная, что ли? Что здесь? В таких кустах, знаешь, довольно опасно находиться. Как выбежит, как вмажет меня.
Нужно проверять броник наш. Очень часто нужно его проверять. Так, я принес дрова. Я готов построить костер и пойдем спать. Мы сейчас не будем разжигать его, он сейчас, по идее, не нужен. Пойдем-ка спать сейчас мы. Что у нас по еде, по всему? Ну да, мясо хочу и воду. Вода у нас, в принципе, есть. Сейчас мы выпьем водичку. Вода чистая. Мы потом сделаем обязательно фильтр для воды. Сейчас проснемся, сделаем для воды и сделаем, конечно, для глины. И, в принципе, у меня будет вода уже. Мясо есть, вода есть. Все, можно жить, не тужить, не знать бед. Мы сейчас идем спать до утра. Сколько же времени? 10, 11. О, 8. Потрясающее время, ты знаешь. Самый крепкий сон будет. И до 5 утра полностью выспимся. Позавтракаем личинками и гусеницами. Я готов сражаться. О, дожди. Кстати, нужно чашки эти в одно место накидать. Так хотя к черту эти чашки. Чисто, зря ты ее забрал. Она мне, по идее, не нужна. А выкинуть ее отсюда. Так, мясо готовится. Так, короткие палки заберем, все дело заберем. А это мясо готовится. Ну, очень долго готовится на сушилке, да, это мясо. Человеческое. Ну, долго сразу. Так, окей. Пока стемнело. А, уже расцветает. Мне нужно еще два бревна. И наша глиняная посуда готова. Кстати, нужна зола. А у меня ее нету. То есть нужно разжигать костер. Но идет дождь. Вот в чем беда. А тут навеса никакого нету. Это тоже беда. Так, ну я голодный. Явно я голодный. Я готов съесть сырое мясо. Черт. Что же делать? О, прекрасный рассвет. Так, вода чистая. Я голодный, я дикарь. Я реально сейчас буду жрать уже мясо. Погоди, нужно сейчас доджик прекратиться. Мы сейчас пожарим наших попугайчиков. У меня есть два попугая. Я сейчас их зажарю обязательно. Сухая трава у меня есть. Вот чудесно. И где-то еще была здесь. Вот сухой лист. Видишь, я накидал здесь много сухих листьев. А знаешь, чего нужно сделать, мой друг? Нужно сделать много копий. Когда прибегут туземцы, я смогу встать в позу. Позу обороны и кидать копья свои. Как я делал раньше, как ты помнишь, смотрел мои стримчики, смотрел мои ролики, как я раскидывал копья по штук десяток. Так, ну что, у нас солнышко поднимается, все пока прекрасно, дождь кончается, и мы начинаем наш костер. Так, давай-ка, нам нужен разжигатель использовать. Сухой лист. Пошло дело, сейчас будет за вас, сейчас будет у нас костер. Кстати, можно сделать печку. Там много, кстати, уголечков там много. Мясо, мясо, с утра пораньше мясо. О, как ты упал смачно. Пиявки появились, нужно их убрать. Ну что, доброе утро, наступает 86-й день выживания. Осталось 14 дней. Заберем копье. Обалдеть, мяса много, смотри, как у нас тяжело ходит. Ну, есть костер, смотри, прекрасный пейзаж. Ну реально, руины, костер, дымок. Здесь у нас человеческое мясо, реально туземец. Я здесь всего лишь живу, наверное, 2 дня или полтора дня, и я реально уже обустроил это местечко. О, древесный уголь, кстати, он пригодится. Все, кидаем мясо, мяса у нас много, сейчас его будем жарить. Так, 4. Ой, у нас еще мясо. Ягуара, что ли? О, 5 часов осталось. Нужно срочно это мясо. Все, накидали мясо, 4 куска. Обалдеть, костер. Но мне нужна зола, понимаешь? Мне реально нужна зола. Нужно что-то с этим делать. Так, ну окей, все по порядку. Нужны длинные палки, 8 штук. Опять длинные палки. Что у нас по оружию, кстати? Оружие все есть. Да, оружие есть. 79, 90. Ну что, пойдем рубить, здравомыслие падает на спиявка. А мне плевать, я ж туземец. Я туземец такой белый какой-то, не загорелый даже. Так, все, пойдем в джунгли, нам нужны длинные палки, мясо готовится. Сейчас будем рубить, сейчас будем что-то уже делать. Уже пора что-то, о, длинная палка есть. Так, всего лишь одна штучка, бросим здесь ее. Сейчас будем все это дело вырубать. Чтобы местечко было свободное, так уютненько работало. Знаешь, островок прикольный, такой островок. Сейчас нарубим и будем таскать. Длинный паук, 8 штук надо. Так, по идее, вот эти бананы, они не нужны. Потому что здесь не будет бананов. Это очень молодое дерево. Здесь бананов у нас не бывает. Пауков здесь вроде бы тоже пока что не вижу. Но они бывают. Так, ну что, все, пора брать. Пора брать длинный паук. Сразу много нахватаем, чтобы
с одного захода по 4 штуки. Все чудесно. Далеко бегать не надо, видишь, готово. Сейчас приготовится человеческое мясо, пожарится наше мясо, и мяса у нас будет всегда много. А мясо, приготовлено, забираем его с собой, все. Тут получается 5 кусков мяса вылазит. Обалдеть. Туземцы, вы где? Так, человеческое мясо практически готово. Нужно сделать еще ящик, чтобы складывать туда обязательно это мясо. Слушай, здесь довольно уютненько, видишь, такая шапочка прикольная, да? Мисочка есть. Прикольно. Листочек, чтобы подтереться. Все есть. Все есть, чтобы реально красиво выживать. Так, забираем все мясо. У мяса у меня есть 5 кусков мяса, я пожарил. Сколько по времени? О, косточки, кстати, кости. Человеческое испорчено. Добыть личинки из них. Я буду есть гусениц. Когда уже, знаешь, уже будет не втерпеж, я буду есть гусениц. Так, это мы добыть. Так, ну все, добыли. Человеческое мясо практически приготовилось. О, я, как ты знаешь, очень тяжело хожу, потому что, наверное, у меня много костей и много мяса с собой таскаю. Так, я сразу же наемся. Приготовлено. Съесть его. Там есть еще один кусок сырого мяса. Откуда у меня? Давай его приготовим тоже. Так, погоди, это мясо приготовлено. О, сейчас мы накушаемся. Сколько энергии, протеина, все офигенно подняли. 2 куска мяса хватило у меня. Я хочу еще пару бананов, кстати. А здесь растут бананы. О, кстати, бананы растут вон там. О, 2... А кто это такой шипит? Я не понимаю. Я очень часто это шипение. Я не понимаю, что это за шипение. Кто здесь шипит? На меня, либо не на меня. Где туземцы? Где опасности? Так, не одно бревно. Все, одно бревно готово, глина готова. Нужна только зава. И все готово, обалденно. Давай-ка уже на этой ноте мы закончим, а уже в следующей серии мы обязательно будем с тобой пробовать человеческое мясо. Спасибо, что смотрел до конца. Увидимся в зеленом аду в новых роликах. Всем удачи и всем пока.